Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Элити. И сегодня я хочу с вами поговорить о бесплатных гемах. Как достать бесплатные кристаллы в игре Зуба. Я вам не буду рассказывать про какие-то методы типа VIP-подписки, через пакеты. Я вам расскажу о таком методе, которого я не видел на Ютубе. Я знаю, на Ютубе полно видосов на эту тему, вот. Но такого метода я не видел. Он, конечно, банальный, кто-то о нем знает. Ну, я думаю, что из вас многие знают. Но есть те, кто только начал играть в эту игру, вот, и как бы не думал об этом. Так вот, давайте сразу к нему перейду, к этому основному методу. У вас есть, допустим, персонажи 8, 9, 10 и более уровня. Мы берем и идем с вами на 1400 кубков любым персонажем. То есть за 1400 кубков, ребят, нам дают 100 кристаллов. Вот. Что нам для этого нужно? Вы скажете, как я, типа, 8 уровнем, там, 9, апну 1400 кубков, если против меня попадаются, там, 16-15 уровень. Все просто, ребят. Играем в соло, играем в дуо, все. Что нам нужно? Это, допустим, любой персонаж, какой у вас там есть, каким вы хотите играть. Допустим, Фази. Я надеваю на него трубку, крем, отброс копьем и укол адреналина. Это пока что, ну, то, что у меня есть. У меня нету косточки. Я бы мог косточку, например, на него надеть. Трубка, понятное дело, прятаться в воде от врагов. Крем. Где-то тоже прятаться в костре от врагов, потому что не каждый за вами побежит в костер. И можно собрать аптечки, оружие всякие в костре. Вот, отброс копьем, если вы где-то там стоите в кустах, на вас бежит какая-нибудь джейд, вы не успеваете, просто откинули ее копьем и убежали, и все. Ну, укол, как бы, думаю, объяснять не стоит. Вот, ну, укол, как бы, для меня это вообще стандартная вещь, я его на каждом персонаже ставлю. Вот. Играем, ребят, от костра. Играем от кустов. Ни в коем случае в начале боя ни на кого не агримся, не идем. Просто идем куда-нибудь в куст, встаем, ждем, пока там останется человек 10-5. И прям до конца тянем, играем прям от костра. Вот костер идет, вы одновременно с ним идете к центру, к зоне. И все. Никого не убиваете, только там охранников, аптечки забираете, бегаете за всеми. Вот. Это... Ни в коем случае метод, не метод крысы. Вы сейчас скажете, да ты чё, я буду крысить, там все дела. Нет, ребят, я так юзаю не часто. Вот, допустим, сезон к концу подходит, там остался 24 часа до конца сезона, а я просто там беру спокойно 2-3 персонажей и апаю их на 1400 кубков таким методом. Допустим, у меня было 1300 кубков, я просто взял и вот таким методом еще 100 кубков заработал. Вот. В дуо, ребят, спокойно берем предмет, дефибриллятор и медицинский халат, если он у вас есть. И с другом, там, с кем вы играете, можно друг друга поднимать дефибрилляторами, друг друга поддерживать и помогать друг другу, вот, апнуть кубки. Так что это достойный, прям такой хороший метод. Вот у меня, к примеру, 15, ребят, персонажей, я могу апнуть 1500 кубков сразу же. Допустим, сейчас у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 персонажей. Я апнул на 1400 кубков, соответственно, у меня 700 гемов. То есть я сейчас слил, конечно, там покупал что-то. У меня осталось 435. Вот, но я таким методом часто пользуюсь. Я покупаю всякие персонажи, я так покупал Лизи. И еще до этого я покупал персонажей. Так вот. Далее, ребят, хочу даже пример вам привести. Вот у нас в локальном рейтинге есть такой персонаж Киллер. Посмотрите, ребят, 2000 кубков на Стиве 13 уровня. Ну как, скажите, если против него играет там 16-15 уровень, он, в принципе, не сможет разнести там Стивом 13 кого-нибудь. Посмотрите просто на предметы на его. Все, что я вам сказал. Косточка, крем, трубка. Косточка, крем,
трубка на каждом персонаже. Взять вот Джейд, взять пингвина. Вот у него тоже стоит отброс копьем, крем. Все, что я вам назвал. 12 уровень, смотрите. 12 уровень, и у него 1800 кубков на каждом персонаже. Так что, почему бы нет, ребят, и сколько у него гемов, не могу даже вам сказать. Он постоянно так фармит. Вот, ребят. Далее, существуют методы, о которых вы и так все знаете. Ну, все равно немного расскажу. Допустим, метод через просмотр рекламы. То есть у нас сверху в правом углу есть, вот у нас нарисован бесплатный алмаз за просмотр рекламы. То есть у нас в день дают 10 реклам, и за каждую одну просмотренную рекламу мы получаем один гем. Вот, соответственно, в день мы получим с вами 10 гемов. Вот, но если собирать каждый день, это получится 300 гемов в месяц. Ну, там плюс-минус, да? Вот. Далее можно, ребят, зарабатывать через выполнение миссии. Вот, всегда в сложном задании присутствует вот такая миссия за 5 гемов. А это примерно, ребят, если вы будете каждый день выполнять миссию за 5 гемов, это 150 кристаллов в месяц. Вот. Поэтому тоже выполняем, стараемся, и будут вам гемы. Вот. Далее у нас про VIP-подписку я не буду вам рассказывать. То есть, чтобы эти 20 гемов верхней получить, нам нужно купить VIP-подписку. Ну, я про нее не буду рассказывать, потому что это как бы не совсем такой бесплатный способ получения. Вот. Дальше. Давайте просто, ребят, немножко подведем итоги. Первый способ. Здесь зависит, сколько у вас персонажей, да? Если, например, у меня их 15, я могу апнуть каждого персонажа, и у меня будет 1500 гемов. После обновления сезона можно делать это снова. Второй способ, ребят, просмотр рекламы. Это 300 гемов в месяц. Выполнение миссии 150 гемов в месяц. Итог у меня в месяц может получиться 1950 гемов. Вот. В общем, за такую стоимость вы можете купить один легендарный ящик в магазине. Так, давайте даже посмотрим. За такую стоимость, да, это один легендарный ящик за 1500, либо два изумрудных ящика. Вот, либо там золотых можно напокупать целый вагон. Так что, ну, либо какие-то акции здесь бывают прикольные. Вот, допустим, сейчас висит бинт, можете купить предмет новый. Либо хозяйку Дону, но он 3000 стоит. Ну, там можно докупить или докопить. Вот, но она скоро будет в открытом доступе, наверное, можно ее будет выбивать. Вот я, допустим, Лизе недавно купил за 1700 гемов вместе со скином, поэтому много всяких акций прикольных. Можно дождаться и купить, там персонажи предлагают, ребят. Вот, повторяю, метод такой банальный, как бы некоторые из нас, из вас его знали. Вот, поэтому те, кто не знал, пишите, ставьте лайки, комментируйте видос. Вот, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Всем удачи.